Центр дополнительного образования «Лидер» организовал семинар для педагогов начальной школы. Это должно помочь учителям реализовывать программу «Орлята России», направленную на детей с 1 по 4 классы. Здесь коллеги получат практики работы, которые можно применять не только при реализации треков, но и в целом, работая в классе, и на уроках, и во внеурочной деятельности. Семинар прошел в виде квест-игры. Педагоги перемещались по разным станциям и выполняли задания. Каждая станция – одно из направлений программы «Орлята России». Всего таких треков 7. Орленок – эрудит, спортсмен, хранитель, доброволец, эколог, мастер и лидер. Все эти направления развивают ребенка всесторонне. Учителям показали, какие игры и практики можно использовать в работе со школьниками и как вызвать у них интерес к каждому треку. Здесь, в этой программе, мы воспитываем не только социально активную личность с активной гражданской позицией, но и ребенка-патриота. К программе активно подключаются не только учителя, но и молодые люди. Они могут стать наставниками, а потом и педагогами-организаторами. В «Орлятах России» нас конкретно привлекают старшеклассники-наставники. Вот это вот наш профиль. Собственно, мы за этим вот и едем, чтобы подготовить детей к такой работе. Потому что это не только работа сейчас, но это потом и профориентация. В программе «Орлята России» школьный класс может зарегистрировать только педагог. За учебный год учитель проводит для своих учеников мероприятия по всем 7 трекам. Программа выстроена так, что дети начинают с простых игр, переходя к более сложным заданиям в каждом треке. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События.